Всем привет, с вами Росиксон, я участник программы Binance Creators, а также верю в развитие криптовалют. В этом видео я расскажу о Biswap и о токене BSV. Кстати, BSV уже торгуется на бирже Binance. В общем, будет много интересной статистики и информации, которой нет в открытом доступе, так что досмотрите видео до конца. А перед этим подпишитесь на мой телеграм-канал, там много всего интересного, иногда у меня какие-то конкурсы, розыгрыши, иногда я говорю о том, в чем я участвую, например, недавно делал свапы около месяца назад, и сейчас попал в список тех, кто получит airdrop. В общем, переходите в мой телеграм-канал, там много всего интересного. Что же такое Biswap? Biswap – это первая децентрализованная обменная платформа на рынке с трехтиповой реферальной системой. Она безопасна, что гарантируется сетью блокчейн. Все работает автоматически, без участия человека. Никакого влияния или вмешательства человек оказать не может. Обман невозможен. Все функции не могут быть изменены и внесены в блокчейн. Пользователь производит обмен и получает моментально необходимую сумму. Ну, на словах-то это хорошо, но это подтвердила компания авторитетно одна из самых, а именно Certiq. Вот поэтому я доверяю Biswap. Преимуществом Biswap является комиссия за обмен, а именно 0,1% за сделку. Комиссия Biswap самая низкая среди аналогов. Данная платформа для обмена токенов использует BEP20 в сети BNB Chain. Благодаря этому она имеет высокую скорость передачи. Biswap – одна из ведущих DEX, децентрализованных бирж, а также она входит в топ-3 в сети BNB. Biswap имеет больше чем 1,5 миллиона подключенных кошельков, что говорит о доверии со стороны пользователей, и около 400 тысяч активных пользователей по всему миру, а еще около сотни тысяч держателей BSV. Еще на сайте проводятся конкурсы и другие различные активности, что очень радует. Так что следите за Biswap. Вы сможете подписаться на Biswap по ссылке в Телеграме. Итак, перейдем к самому обменнику. Заходим на сайт biswap.org и обязательно сверяйте домен при заходе на сайт. Также, когда мы зайдем на сайт, у нас высветится предупреждение об этом. На главной странице мы можем посмотреть курс, процент роста различных коинов, ну и, конечно, BSV. Кстати, довольно интересный токен, советую обратить внимание. И он уже торгуется на Binance. Также нас встречает лента с ивентами и новостями. Чтобы использовать все возможности сайта, мы должны привязать кошелек. В моем случае MetaMask. У вас может быть другой из принимаемых на сайте. После привязки кошелька мы становимся полноценным пользователем. Пройдемся по левой панели сверху вниз. Переходим во вкладку Exchange. Обмен и видим понятный интерфейс. Мы можем выбрать криптовалютную пару. Зайдя в настройки, мы можем выбрать желаемую скорость операции, комиссию и дедлайн. Также при оплате комиссии мы можем использовать токен BSV и оплатить до 90% комиссионных. Также мы можем поставить токены на ликвидность. Сейчас расскажу немного поподробнее об этом. Когда пользователь совершает обмен токенов, сделку на бирже, взимается комиссия в размере 0,1%, которая распределяется следующим образом. 0,05% возвращается поставщикам ликвидности в виде комиссионных вознаграждений и 0,05% возвращается для сжигания токенов BSV. Кстати, вы заметили, для сжигания токенов BSV. Это один из способов для заработка на Biswap. Вкладка Farms также предлагает нам заработать. Мы можем поставить свои LP токены и получить взамен токены BSV. Биржа будет стимулировать многие пары ликвидности, предлагая своим поставщикам ликвидности возможность разместить свои LP токены на фермах. Следующим пунктом меню идет Launch Pools. Это аналог банковского вклада под процент. После вклада сумма, которую мы внесли, будет заморожена на определенное время, ну, написанное в описании. После чего мы получим наши приумноженные средства. Следует обратить внимание на описание. Там расписаны все условия нашего вклада. Initial DEX Offering, или коротко IDO, первоначальное децентрализованное предложение. Это модель запуска токена, которая подразумевает под собой сбор средств на децентрализованной бирже. Проще говоря, вы инвестируете в крипту, которая будет выпущена эксклюзивно для нашего сайта, и получаете взамен токены.
И как только они будут торговаться, вы сможете их продать. Но не факт, что они будут дороже. Но, как правило, они всегда торгуются дороже, чем вы их покупали. Потому что на IDO всегда выделена только ограниченная часть эмиссии монеты. Но скажу от себя, я все-таки привык анализировать проекты, прежде чем я их покупаю и вам советую. Что насчет NFT игр? На Biswap есть игра Squid Game. Так что вы сможете посмотреть мое прошлое видео о Biswap, я там рассказал более подробно об этой игре. Кстати, на NFT также можно заработать, еще и играть в игру одновременно. Но заработок тут не гарантирован, вы можете посмотреть мое прошлое видео, там я все более подробно описал. В общем, мы можем открывать лутбоксы или просто покупать открытые коробки на маркетплейсе, ну то есть то, что выпало из этих коробок. Далее мы можем их улучшать. Также есть лаунчпад. Выпускается определенное количество карточек, которые также, скорее всего, вырастут в цене после определенного времени. Что насчет рефералок? Biswap в этом плане один из лучших, если не лучший представитель на рынке со своей трехтиповой системой рефералов. Вы можете скинуть свою реферальную ссылку друзьям из каждой их операции на различных системах Biswap, такие как Swap, Ferma и Launchpool, вы будете получать прибыль по определенным процентам, которые, на мой взгляд, очень привлекательны. Для тех, кто хочет попытать удачу, на сайте проводятся лотереи, которые работают как в реальной жизни. То есть, чтобы начать играть, вам нужно купить билет за токен BSV и ждать розыгрыша. Во вкладке Competition вы можете наблюдать активности, проводимые Biswap. Еще мы можем посмотреть за статистикой Biswap во вкладке Analytics. Также в связи с недавними мировыми событиями появилась вкладка Благотворительность, где вы можете пожертвовать людям, которые в этом нуждаются. Мне очень нравится сайт Biswap, мне очень нравится то, что у них очень много сервисов, которые действительно работают и люди действительно ими пользуются. Здесь самые низкие комиссии на рынке, а также токен BSV уже торгуется на Binance. Я думаю, его ждет действительно огромное будущее, особенно если разработчики будут также хорошо все делать. Я пока что считаю то, что Biswap лучший среди своих представителей. А на этом все. Спасибо за просмотр. Оставляйте свое мнение в комментариях. Пользуетесь ли вы Biswap и что думаете о их токене? Чтобы оставаться со мной на связи, переходите в мой телеграм-канал, а также в описании будет ссылки на все, о чем я говорил в ролике.